Муж и жена ссорятся. Он говорит ей: место женщины на кухне. Хорошо, тогда в спальне сам справишься. Дочь спрашивает у отца: пап, а правда, что вы с мамой нашли меня в капусте? Правда, дочка, правда. Сегодня в капусте нашли, вчера за гаражами, позавчера под забором. Завязывала бы ты бухать, доченька. Муж с женой на нудистском пляже. Анжела, ты только на песок не садись. Я скрип песка на зубах терпеть не могу. Один кум жалуется другому. Кум, а это нормально, что я сам себе еду готовлю? Нет, конечно. А жена где? Да дрова рубит. Подходит девушка к своему парню и говорит: у меня для тебя две новости, хорошая и плохая. Начни с хорошей. У меня 9 месяцев не будет месячных. Крупная проводница вагона захотела мужика. Достала бутылку самогона, подбрила ноги, надела чистые трусы и пошла по вагону. Подходит к одному и игриво говорит: а вы не хотите моего первачка попробовать? Спасибо, я не пью. Подходит к другому, та же история. Подходит к третьему, тот согласился. Сидит она в своем купе, ждет его, смотрит. Идет он по вагону, падает, поднимается и опять идет. Спрашивает: а что это ты всю дорогу то падаешь, то опять идешь? Мужик отвечает: как подумаю, что халявная выпивка, так ноги сами несут. А как вспомнишь, что потом с тобой спать надо, ноги отказывают.